Женщины, они такие, им хватает времени. Работать, ухаживать за домом, ухаживать за собой. И вот стала мамой. И время хватает. На детей покормить, постирать, убрать, научить. И чтобы все успевать, мама забирает время у себя и раздает его другим. Так женщина превращается в маму. И чтобы превратиться обратно в женщину, надо вернуть женщине свое время. Хотите, чтобы рядом всегда была женщина? Не позволяйте ей все успевать за счет себя.